Так, надо подтягивать наших бойцов доблестных. И где-то там бомбомет, сказали, едет. Лёва, иди прячься, Лёва. Ну чё там, едет бомбомет или нет? Или не едет? Едет. Чё, ящик? Ну тащите ящик тоже. Так, тащите эту бандуру вот сюда. И ящик тоже тяните вот сюда. Я думаю, там какие-нибудь боеприпасы. Там определенно что-то полезное. Слушайте, вот это элита. Чувак с винчестером. Кстати. Здесь есть ребята не только с классическими винчестерами, как в вестернах, но еще и ребята с вот такими винчестерами. 97-го года. Сейчас я вам покажу, что это за убер-пушка. Это просто машина. Просто в щи разносит. Все, что видит на своем пути. Блин. Надо как-нибудь попробовать что-нибудь такое замутить. Короче, в кампании за Великобританию будет еще такая возможность поуправлять солдатами Анзак, австралийского и новозеландского корпусов. И у них будут шляпы, такие классические, большие, как у ковбоев. В общем, и... Так точно, ваше благородие! В принципе... Приказы не обсуждаю. Выполняю, господин унтер-офицер! Можно такой вот револьвер. Вот, фу, револьвер. Кстати, револьвер в игре полно. Вот с таким вот дробовичком. Да и вообще с винчестером прогуляться вот так вот, побегать, покрошить врагов. А еще будет круто сесть на мотоцикл. И мотоцикл в игре есть. И вообще все будет тогда зашибенно. Будет красиво, аутентично и в тему. Так, надо бы занять трофейное орудие. Пока... Нам жопу не надрали. Да, господин Утрофи. И что за бардак? Так, это что? А, это пулемет. Ну, пулемет это на... Ну, чё пулемет? Ну, пулемет он и в Парагвае пулемет. Пушки нам нужны. Отлично, она... Ой, ой, слушайте, вот это везуха. Только колес нет, да? И колеса есть. Да милые же вы мои хорошие, давайте вперед, катите. Это просто нам сама судьба дарует такие подарки, извините за тавтологию. И вот с таким количеством снарядов. Это что у нас? Осколочно-фугасный. Ой, мои же вы хорошие. Развертайтесь в ту сторону. Будем выкуривать этих петуханов. Огонь. Так. Как ты можешь вести огонь? Ну. Я понял, кажется. Хотя нет, я ни хрена не понял. Я думал, что это простые солдаты, но это бомбардиры. Так, ребят, тихо, вы патроны, снаряды, вернее, не палите особо. Надо все это же дело с умом делать. Надо же меру знать. Живой петух, живой. Вот эту паскуду надо валить. Заодно и вот эту. Я ж сказал... Так.
Приказы не обсуждаются. Перегруппировываемся. Давайте офицера сюда посадим за пушку. Может быть, он как-нибудь нам прояснит ситуацию, что происходит. А что это у нас такое? Что это вообще происходит? Как это вообще назвать? Люди добрые. Вот и все. Отлично, готово. Готова тушенка ова. Где еще крупные, вот прям реально крупные скопления противника? Слушайте, давайте сыванемся. Почему нет? Нет, мы не можем стрелять. Либо я чего-то не понимаю. Твою мать, обидно. А вот здесь можем. Вот где логика? Тяните сюда, ребята. Нет, сами не справятся. Гильзы — это непреодолимое препятствие. Надо бы эту пушечку поберечь, поберечь. Хоть и калибр небольшой. Но все ж таки это будет нам подспорьем. Давайте потратим очки. Ориентиры. Фугасными гранатами. Огонь. Можем себе это позволить. Выполняю, господин унтер-офицер. Кто тут лежит? Кто тут залег? Взять их штыки! Вон оно как! Брат сделал! Отъехал. Я думал, если никак не реагирует, значит бессмертный. А фигушки. Очень даже смертный. Ну что, будем мочить этих козлов. Давайте ускоримся. Задолбался я ждать. И играть в эту миссию. Офигенно. Офигенно. Все живые. Им похер. Они как бы говорят мне, нам похер. Блин, я очень хочу на ком-нибудь опробовать эту штуковину. Очень хочу. И кажется, я уже нашел подопытного. Не успел. Не успел среагировать. Ах ты, падла. Замочил нашего. Лежать. Просто Рэмбо. Натуральный Рэмбо. Только у Рэмбо был пулемет. Да и не только пулемет, а у нашего дробовик. Слушайте, какая хорошая тема. Возвращайся. Возвращайся, родной. Так, давайте сюда еще отряд с гранатами закажем. И накроем вот этих вот дятлов.
Задолбали они меня что-то. Грену ему, да и все. А, его уже убили. Обида. И этой петушили гранату тоже. Наших положит сейчас всех. Пацаны, бегите. Видим город. Отлично. Почти взяли вторую линию. Молодцы! Усилить натиск! Телефонист, докладывай! Сектор наш! Сектор наш! Вышли к внутренним рубежам обороны противника! Слушай мою команду! Приказываю окружить врага и подавить сопротивление в окопах! Братья! Русские берут нас в клещи! Еще чуть-чуть, и нас окружат! Вперед! На прорыв! Никаких прорывов. Ваше благородие, нас направили на помощь вам. Выкурить австрияка из траншей. Гранат много. На всех хватит. В тылу еще отряды ждут команды на выдвижение. Передаю ориентиры. Фугасными гранатами. Огонь! Слушаюсь, ваше благородие. Пацаны, вот тут стоим насмерть. Вот тут надо тащить. Занимайте минометы. Эта тема нам полезная. Но палить зря не стоит. Австрийцы в ловушке. Сдавайтесь, вояки! Капут вам! Все на передний край! Тащите туда пулеметы, пушки! Запасайтесь патронами. Что это за бегство? Австрияки вот-вот попрут. Что это происходит? Господин штабс-капитан, к телефону. Командный пункт на связи. У аппарата дежурный офицер командного пункта. Доложите обстановку. Докладываю, господин дежурный. Участок обороны это за побегушки? Австрийцев захвачен. Мы просим поддержать наш успех отрядом бронеавтомобилей и огнем артиллерии. Авиаудар также весьма желателен. Вас понял, передний край. Австрийцы готовят контратаку. Вам передается под командование часть войск в зоне сражения. Выдвигайте их ближе к городу. Контратака, по сообщениям разведки, начнется очень скоро. А как же подкрепление? Нам не удержать более-менее сильную контратаку. Помощь уже в пути. Муромцы взлетели и скоро будут у вас. Обеспечьте целеуказание. Слева от вас находится батарея врага. Будьте готовы к артобстрелам. Удачи. Держитесь. Мы готовы. Мы готовы ко всему. Почти. Надо бы рассредоточиться, друзья. Вот, нас уже окучивают. Что у нас по заданиям? Ой, карту откройте, мрази. Друзья, нагоните вот сюда, на правый фланг, побольше... солдат, причем желательно свежих, которые вы только что заказали. Позже вы узнаете, для чего это надо. Умри, мерзавец! Приказы не обсуждаются. Нет, ребят. Вот тебя тем более не надо сажать туда. Вот вас можно. Вот, наконец-то карту открыли. Спасибо вам на добром слове. Так, теперь резко окучиваем вот эти позиции. Всем приготовиться! Они идут!
Резко. Погоди. Сначала пушки. Хорошо пошло. От пушек надо избавляться. Артобстрел! И как можно быстрее. Короче, разбирайтесь. Вот этих свежих ребят отправляйте вот сюда. И побыстрее. Сейчас вот отсюда по дороге пойдут довольно крупные силы. Собственно, они уже идут. Все. Мочите все, что шевелится. Так что правый фланг мы обезопасили. Теперь займемся пушками. Здесь никого. Хорошо. Хорошо. Надо бы подтянуть немножко это дело. Так, вот тоже пушки нам вообще ни к чему. Вообще ни к чему. Так что мы их тоже валим благополучно. Я надеюсь хоть одну из этих гаубичек себе захватить. Потому что все-таки это будет полезнее. И намного юзабельнее. Если это слово вообще употребимо. В данной ситуации. Да дохните вы, твари. Как вы меня задолбали. То есть смотри, какие везучие. Все время рядом кладу снаряды. Еще ни одного вот в это укрепление не попало. Хорошо, что мы еще... Отлично. Хорошо, что мы еще за горой. А то бы нас они уже давно замолотили. Нет, не надо. Не надо обыскиваться. Так, а ты мочи вот этих вот. Так, давайте закажем налет муромца вот сюда. Гуглим, друзья, в интернете, что такое самолет Илья Муромец. И не задаем лишних вопросов. Собственно, вот так вот удачно мы расправились со всеми ненужными нам элементами. Вот тут, кстати, тут пулемет. Да, пулеметец приныкался. Не особо помогла нам это... Подкрепление, блин. А, все, ребят, мочите их. Вряд ли достанете, но тем не менее хотя бы пробуйте. А, да, ой, слушайте. Какие молодчики. Просто красавчики. Давай, давай, жми. Так, где там элитная пушка? Значит, вот так мы поступим. Едешь вот сюда. Сейчас будем иметь арт-батарею противника. И морально, и физически. Вот она. Арт-батарея. Хотя, блин, лучше, наверное, не рисковать. Лучше просто сюда еще один миномет заказать. И не париться. Точняк. Так и сделаем. Так, пацаны. В атаку. Отхиливаемся.
Все, отхилялись. И гаси вот этих мудаков. Ура! Австрийцы выдохлись! Наша взяла! Вперед в город! И что за бардак? Гранаты кидают, как дикие. У мамки своей спросим, а я солдат. Господин командующий, мы прибыли к вам на усиление. Бегун херов. О! Ну, усиление это всегда хорошо. Вот что вот это вот за товарищи тут делают? Рады. Ротмистр, берите под свое крыло. Нам надо захватить предместье и рощу. За рощей находится батарея тяжелой артиллерии. Ее необходимо нейтрализовать. При атаке батареи ее постараются эвакуировать. Желательно этого не допустить. Задание ясно? Выполняйте. Так точно, ваше благородие. Рады стараться. Вперед, орлы! Штыки на изготовку! Русские атакуют лес! Открыть огонь! Отличная работа! Броневики выдвинулись к вам. Как много событий за короткий промежуток времени. Вызваны броневики. Они подойдут к нам справа, со стороны рощи. Наконец-то догадались с нужного расстояния гранату кинуть. Они могут обстрелять ваши дятлы из рощи. Как только пушки будут подавлены, вам подойдет взвод броневиков. О, приехал. Подождите, а тут же еще были. У меня уже было два миномета, и должен был быть третий. Ну ладно. Так, а дальность твоя, дружище, 130 метров. Ну, значит, мы подъедем поближе. Раз уж ты этого требуешь. Мы подъедем поближе. Можем настолько близко подъехать, что ты вообще офигеешь. Где вот этот вот козел? Залег. А, так он тут не один. Он тут со своим бойфрендом. Ой, я чувствую, прям как стреляет. Прям на ходу эту мразь. Прям просто... О, какое же хорошее оружие. Боже мой. Вот этот винчестер 1897 года. Это просто оружие тащеров. Реально оружие тащеров. Вот и мне прилетело. Обидно. Обидно. Но у меня нет гаубиц вот таких вот больших, крупнокалиберных, как у них. Если были бы, я бы, конечно, заюзал. Хотя можно, в принципе, попробовать стырить парочку из тех, что мы уже заняли. С тех позиций возле склада, например. Там вот, где первую батарею мы атаковали. Может, тоже получится. Посмотрим. Ну, миномет мой они загасили на раз. Я даже не ожидал. Но, видимо, они вот эти вот орудия стреляют по навесной траектории. Я не очень хорошо разбираюсь в... вообще бронетехники и артиллерии времен Первой мировой войны. Так что иногда могу вот так вот тупить. Гаси их, народ! Ах ты, брусак с усами!
Ну валите их, ёлы-палы. Ой, дождетесь, ребята, пока вас загасят. Ура! Австрийцы выдохлись! Наша взяла! Вперед в город! Господин командующий, мы прибыли к вам на усиление. Так, усиление, давайте. Отлично. Опять. Подкрепление всегда рады. Мочите этих дятлов. Берите под свое крыло. Нам надо захватить предместье и рощу. За рощей находится батарея тяжелой артиллерии. Ее необходимо нейтрализовать. При атаке батареи ее постараются эвакуировать. Желательно этого не допустить. Задание ясно. Выполняйте. Так точно, ваше благородие. Рады стараться. Вперед, так, орлы! Усиленцы, вперед! Изготовку. Русские атакуют лес! Открыть огонь! Отличная работа! Броневики выдвинулись к вам. Ну это хорошо. Вызваны броневики. Они конечно подойдут к нам справа, со стороны рощи. Устраните угрозу пушек австрийцев. Они могут обстрелять ваши силы из рощи. Как только пушки будут подавлены, вам подойдет взвод броневиков. Так, это наших тут уже покосили, я так понимаю, да? Так, давайте посмотрим, что у нас тут насчет орудий. Так, это у нас повреждено. Короче, тут целых нет. А эти занять мы не можем. А эти пока... И эти тоже не можем. Шикарно. Замечательный расклад. Давайте сюда долбанем, я не знаю. Передаю ориентиры. Фугасными гранатами. Огонь! В общем, короче говоря, пехотой атаковать не вариант. Орудие, а орудие нам надо грохнуть по-любому. Ну. Будем пытаться как-нибудь. Как-нибудь будем пытаться. А, не можем управлять ею. Выполняю, господин... Застряло. Тело. Голова чья-то полетела. Это рифмоплет. Так, все, остановились. Нет, пока еще не... О, застрелял, застрелял. Красавчик. Готов. Мне только не надо гасить. Я еще пожить хочу. У австрийцев, кстати, очень много орудий в деревне замаскированы. Самыми разными способами. Некоторые на огородах стоят в траве. То есть реально возле забора стоит такое орудие. И не палится. Ну давай. Одно попадание, и ты молодец. Либо одно попадание, и ты труп. Вот это сейчас эпик момент, который я прервал. Нет, лучше не переключать пушку.
Давайте немножко ворвемся. Ну, понятно, что изба легко остановит бронемашину. Тут как бы сомневаться не приходится. А забор из пулемета не пробивается. О-о, летят, летят ко мне. Я подожмусь к домику. Смотри, 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 разбирают, разбирают. Потихонечку амбар разбирают. Вот тут. Тех додиков в доме. Полно. Надо подсобить нашим ребятам. А то запотели. Реально запотели. Вот тут. Мегаотряд велосипедистов был. Запарковались прямо на дороге. Стоп-хама на них нет. Черти. Так, в общем, пошли в атаку. Вот тут ребята сидят. Ждут уже, кулаки чешут. Не знают, кого бы убить. Сюда, ребята. Вот сюда. Я надеюсь, что вот этот мой выезд будет не фатальным. Свято на это надеюсь и уповаю. Братцы, тут склад боеприпасов и база снабжения австрияк. Отобьем, нам легче будет. И сами разживимся чем. Вот она, пушка. Склад, чтоб русские зубы о нас обломали, а не ворвались сюда. Стреляем метче. Гранаты только за забор. Помните, сколько тут взрывчатки? И будьте осторожны. Господин командующий, мы прибыли вам на помощь. Если нужно взорвать чего, только прикажите. Кобзда. Замечен миномет. Захватим, получим медаль. Да и нам он поможет сильно. Вперед! Врывайтесь, ребята. По-другому никак. Господа, поздравляю с первым успехом. Для развития атаки подтянуты минометы. Располагайте ими. Ну так все, все. Замечательно. Шикарные новости у нас, друзья. Передаю ориентиры. Фугасными гранатами. Огонь!